тебя убили? Еще нет. Свяжись с Беном, скажи, что подземка и все. Основная бомба где-то еще. Где Ромер? Видеоканал. Последний раз я видела его продвигающимся к первому уровню. Жердок двигался к основному тоннелю под улицей. Выход разрушен. Нужно найти другой выход наверх. Итак, бомба взорвалась. Все-таки мы не успели ее там обезвредить или маячок поставить. Вот. Итак. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, текущее положение. Что ждать Ромера? Понятно, у нас всего одна задача. Ты что думал, остался живым? 10 отрядов подземных ВК живьем зарыты по 20 футами земли. Похоже, минирование подземки является частью плана побега Ромера. Так, ладно. Давайте начнем миссию. Спецкуртка у нас полная. Так, 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 так. Не так быстро. Я не хочу сгореть. О-о-о. Так, здесь у нас пусто, ничего нет. В этом месте я раньше просто запаривался, не знал вообще куда идти. Потом вот случайно так, оп. И дело в шляпе. Так, автомат выберем. БДС говорит, что они не могут подобраться к бомбе на первом уровне, путь завален обломками. Скажи им не двигаться, я нашел несколько зарядов Ромера и очистил их. Так, добавлено какое-то задание, да? О! Так, взорви вход для... Чё там, пассажир? Для пассажиров, что ли? И помоги агентам ХБВК. Уничтожь Ромера. Так, ну нам нужно найти взрывчатку. То бишь, С4. Так, там чувак с гранатами. Оп. Он еще и спец... Ох ты. Так, надо в первую очередь этого с гранатами зафигачить. В первую очередь не получилось. Так, 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 так. Ай-яй-яй, граната. Отлично. Получилось. Так, нам нужно найти С4. Где-то, по-моему, где-то здесь, вроде как. О! Так. Ну-ка, сейчас на тебя. Отлично. Этого количества С4 тебе хватит, чтобы пройти проход. Так, подобрали бомбу. Теперь нужно залезть наверх.
Главное, аккуратно не свалиться. Отлично. Так, свяжемся с Лен. Я восстановила неповрежденные видеоканалы. Ветераны двигаются по неповрежденной части метро. Проверь карту метро. Куда он ведет? Судя по всему, в районе Вашингтон парка. Ага. Даже Дженкинсу взять своих людей в парк и проверить их силу. Копью здесь. Тендон говорит, что займется этим. Так, что-то я не могу припомнить, что надо тут. Тут бомба, которую надо обезвредить. А, вот этот проход, по-моему, взорвать надо. Да. Все, бежим, 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 бежим. Отлично. Так, теперь этого чувачка надо прикрывать. Бомба разрушена. Отлично. Отлично, у нас получилось. Все чисто. Ну, чувака тоже ранили, смотрю. Так, что у нас осталось? Понятно, уничтожить Ромеро. Ромеро в главном тоннеле. Ты не можешь туда попасть оттуда, где находишься. Так. Да чтоб тебе. Лен, Латман блокирован, линии разорваны. Должен найти вентиль и перекрыть глаз. Так, найти вентиль и перекрыть глаз. Где-то в потемках, по-моему, он находится. Где-то здесь. Светим фонарик. Да, вот он. Да чтоб ты. К управлению не все, никак не могу привыкнуть. Я нашел, открываю его. Да, звук немного пропадает, кривовато все сделано. Ну ладно. Лучше я не нашел. Так, отлично. У меня сообщение от Дженкинса. Его команда в парке, но он не под обстрелом. У одного террориста есть пулемет. Черт. Бентон велел нам заняться этим. Как только найду Ромеро, я уже в пути. Опа, 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 еще один. Ух ты! Ты-то там откуда взялся?
Так, двигаемся дальше. Еще чувак. Не сегодня. Сегодня мой день. Вот. Я заметил Марораму в тоннеле. Иду за ней. Так, теперь нам надо догнать Арамову и ликвидировать ее. Да, я успею, нет? Отлично, успел. Так, давайте подождем. Пока поезд проедет. Главное, чтобы Арамова не скрылась. Готов. Отлично, вон она. На, еще в этой спецкуртке. Так, 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 с какой стороны? А, теперь с моей стороны. Отлично. Закончились патроны. С какой стороны? Я успею, нет? По идее, миссия должна быть не такой длинной. Сзади, да? Ну что ты, не дохнешь? Отлично. Где Рамир? Где бомбы? Ты опоздал, Лула. Посмотрим.